Всем-всем-всем-всем-всем привет! И всем классного адвента! Ну, угадали, где я нахожусь? Так я сейчас волосы поправляю, ушки закрываю. Здесь очень-очень холодно, но очень-очень классно. Кто еще не знает, что это и где это, еще не узнал, смотрите, пожалуйста. Это Вернигороде. Вернигороде, рыночная площадь. Очень красиво. Мы сейчас будем продвигаться дальше. Я вам буду показывать город. Всем еще раз классного адвента. Всем привет. Всем, кому интересно посмотреть Германию без фильтров, поздравляю, вы на нужном канале. Наслаждайтесь. Здесь в воздухе царит запах. Прошу прощения. Здесь в воздухе царит запах блинчиков, миндаля, шоколада, нутеллы. А еще я встретила настоящего Деда Мороза. Причем я уточнила, он Дед Мороз или он Николаус. Он сказал, что он Дед Мороз. И все желания он исполнил. Я ему рассказала про все свои желания, сказала, не отпущу, пока не исполнится. Всем-всем-всем добро пожаловать на экскурсию. Я уже мерзну. А я мерзну вообще-то всегда. Ну то ладно. Всем классного воскресенья, присоединяйтесь. Das sowieso. Wer glaubt nicht an Weihnachtsmann? Meine Kamera ist vom Glück umgefallen. Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Stimmt es, dass Weihnachtsmann doch existiert? Natürlich. Natürlich. Und erfüllt alle Wünsche? Na, sicher. Sicher? Ja. Okay. Dann wünsch ich mir ganz, 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 ganz viel Spaß, Glück und Freude. Ja. Und darf man Weihnachtsmann eigentlich auch gratulieren? Natürlich. Ja, darf man Weihnachtsmann auch etwas wünschen oder ja. Hat er sowieso alles? Nee, alles nicht. Aber das kannst du machen. Wie viele Touristen, noch eine Frage, ne, besuchen jährlich Weihnachtsmarkt in Wernigerode? Das sind viele, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Welche Sprache hört man hier meistens? Eigentlich Deutsch, Englisch, ja, verschiedene. Verschiedene? Ja. Ich muss das ganz kurz übersetzen. Я спросила, какие иностранные языки слышишь здесь в основном? Кто сюда приезжает? В основном немецкий, но слышишь и английский, и все другие. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Sind Sie eigentlich Weihnachtsmann oder Nikolaus? Weihnachtsmann. Darf ich Sie umarmen? Natürlich. Alles Gute, schöne Feiertage. Dankeschön. Ja? Фахверковая структура домиков. Вообще эти домики, они смотрятся вот как не настоящие, правда? Настолько красиво, что даже тяжело поверить, что они настоящие. Мы как-то уже с вами приезжали в местный замок, а вот теперь именно в город, в старинную часть города. Какие латерны, как в Париже прям. Класс. Красиво. Нам ведь с камерой можно ходить везде. Ну, везде, кроме тех мест, где играет музыка. Прелесть какая. Как шикарно сочетается бордо с золотом. Правда? Благородный цвет. Самое главное, насколько это все ухожено. Находится на федеральной земле Заксен-Анхальт. Я живу в Нидерзаксен, в Нижней Саксонии. Я специально не спешу заходить на саму ярмарку, потому что там 100% будет играть музыка. Красота, какая прелесть. Посмотрите, отель Weißer Hirsch, белый олень. Посмотрите, они на фасад сделали плоские елочки. Молодцы. Почему я так этим восхищаюсь? Да по той причине, что я считаю, вообще все люди, у кого есть магазины, свой бизнес, они просто обязаны красиво украшать свои заведения. Вот просто обязаны. Здесь уже просто глаза разбегаются, как. И
Kann. Шик. Шик, блеск, красота. Как здесь красиво вечером. А вот теперь, конечно, самая большая достопримечательность рыночной площади здесь. Здание ратуши. Посмотрите. Девочки, это, кстати, тоже Ведьминский район. Посмотрите, даже здесь продают метлу. Класс. Значит, мы не зря сюда приехали. Кстати, у кого нет машины, но кто хочет сюда поехать, пишите в комментариях. Я с радостью с вами перееду. Это не так далеко от того места, где мы живем. Ой, черная овечка. Класс, посмотрите. Супер. Haben Sie eine Karte? Zeigen Sie das bitte in der Kamera, weil ich filme das für YouTube. Sehr schön. Sollen alle liken in Facebook und folgen. Mit schwarzer Schaf, das finde ich richtig, richtig cool. Etwas ganz Besonderes. Dankeschön. Правда красиво? Мне кажется, здесь нужно медленно, вот именно в таком замедленном режиме нужно все рассматривать внимательно, потому что, ну, такая красота. Красиво как. Фонтанчик деревянный. Обратите внимание, как каждый город старается привлечь туристов. Вот они просто выкладываются, ну, на всю катушку, я бы сказала, да? Чтобы обязательно именно к ним приезжали люди, смотрели, любовались, наслаждались этой красотой. Швейца, рахлет и кезе. Так, это мы уже пробовали с вами в Гамбурге. Правда классно, что у нас есть YouTube-канал? Вот так вот в воскресенье, вместо того, чтобы бока отлеживать на диване, поднимаешься и думаешь, так, нужно загрузить видео, нужно людям что-то показать, люди ждут. Давай, езжай куда-нибудь, смотри, куда поехать можешь. Haben Sie die Karte da? No, ihre Werbung, ja. Nein, die Karte, Werbung. Advertisement. Nein. Nein? Dankeschön. Das ist erledigt, Ach ja. Jetzt ist er dahinter. Jetzt ist er wieder weg. Так. Любовь Васильевна, вы поняли, это пирамидка, та, которую ставят в домиках с настоящими свечами, и вот специально продают угли, и вот эти вот фигурки, из них идет дымок. Я так Наташа всегда называет. Она говорит, как Ройхер меньше, но как-то она это говорит, это интересно. Как красиво. Красиво здесь. Пишите в комментариях, кому еще здесь нравится так же, как это нравится нам. Мы с рыночной площади теперь переходим в улочку, где идет продолжение рождественской ярмарки. Пахнет шоколадом, правда? В воздухе. Класс. Так, прежде чем по городу ходить блукать, нужно сначала посмотреть, где что есть вообще. Где что находится. Так, музеи, парковки, швимхали. Ой, здесь же поплавать можно. Конечно, если плавать умеешь. А я, посмотрите, на что обратила внимание. Я прошу прощения за качество видео, я ничего не могу сделать. Но
Здесь есть натуральные наши любимые камешки. Смотрите, шпинель, гранат, турмалин. В общем, все, что мы любим. Ладно, наверное, долго не получится это показывать по той причине, что прыгает так все. Прыгает мое видео. Скажите мне, что на нас мучает этими горками американскими? Мне сказали, если пойти прямо по улице, то там будет продолжение Вайнахсмаркта. Сейчас посмотрим. Все найдем. Вот этот дом мне очень понравился. Красивый, красочный кафе Вена. Я могу уже сейчас представить, как это все ночью красиво здесь смотрится. Красиво. А вот к тому окошку мне хотелось бы еще раз подойти. Класс. Очень красивые люди, все счастливые. Как раз то, что надо в воскресенье. Всем еще раз классного адвента.